Такого сурская столица еще не видела и не слышала. На площади перед киноконцертным залом «Пенза» выступил сводный хор в составе 1200 человек. Задачу устроить подобное зрелищное мероприятие нынешней весной поставил еще в прошлом году глава региона, и вот идею воплотили в жизнь. Управлял массовкой великолепных солистов Владимир Каширский. Вместе пели губернаторская симфоническая капелла, хор имени Октября Гришина, лучшие детские и ветеранские хоры со всей области, играли сразу 4 ведущих пензенских оркестра. На то, чтобы задуманное получилось, организаторов благословил сам маэстро Валерий Гергиев. Знаменитый дирижер приезжал к нам в начале мая и пожелал удачи, когда узнал о предстоящем грандиозном событии. Все прошло замечательно, зрители не скрывали восторга. Очень нравится, да, слез, вот когда первые пели песни, вообще очень понравилось. Так. Красиво очень, ребят, очень красиво и приятно смотреть на все. Очень. Почаще бы такие устраивали концерты. Безусловно, утомленных солнцем артистов и публику не щадил полуденный зной. В это время, в День славянской письменности и культуры, в столице, на Красной площади, тоже пел хор, только побольше, 2000-й.